Всем привет, с вами Серч, и добро пожаловать на долгожданный 46-й выпуск Warface 7 Days 7 Plays. Зверь не всегда в облике животного. Погнали! Седьмое место, разрыв на D17. Первого соперника забираем со второго плента, выжидаем медика под гаражами и режем его с ножа. Отправляемся на первую точку. Прокид грены флешки приносит ему гренадера. По фасту заходим на плент и по голове лежачего. Поворот за угол и еще две головы. Дефьюз плента, и это победа. Молодец. Шестой день, фабрика по Open Cup. Выходим к центру и фраг в колоннах. Инфа от тиммейтов, и делаем даблкил там же. Внимательно высматриваем жертву и попадаем четко в голову. Отбегаем на релоуд и снова встречаем соперника в колоннах. На этот раз медик. Остался снайпер, которого мы тащим где? Верно, все там же. Положил всех в одном месте, так держать. Пятое место. Момент с Open Cup осень. Дефим возле первого плента и ждем соперников. Сверяемся с радаром и выходим в раш. Заходим за угол, и первая глава. Проходим дальше, вторая. Давай, давай, третья на медике. И мозголом, красавец. Четвертый день. Мосты на Open Cup. Сносим снайпера с дефолтной позиции, инженера забираем с моста. Пополняем армор и снова выглядываем на мост. Да, фраг. Идем в раш, и четвертый. Перезарядка под медиком, но это вин. Третье место, бронза. Разрыв на D17, часть 2, параграф 1. Первого растеряшу сносим на гараже. Навернем кружочек через центр и из гаражей тащим сразу двоих. Быстренько отправляемся ко второму пленту и снова даблкил. Осталось 3 фрага. А нет, 2. Ну, в смысле 1, просто оговорился. Не станем дефьюзить плент, лучше на последних секундах сделаем минус. Молодец. Второй день, серебро, кланвар на стройке. В руках Макмиллан и первый шикарный килл. Перелазим стену, и уже второй, трипл килл на голове снайпера. Халдим возле кодов и сносим медика. Выхватываем катану, возвращаем коды и ждем гостей. Но не дожидаемся их и идем навстречу. Ловим первого, тут же второго, ну и третьего не оставляем в стороне. Так держать. Первое место, золото, КВ на карте мосты. Подкаты, сливаем инжа, заплентившего бомбу. Остаемся один против уже четверых. Начинаем дефьюзить, но слышим шаги. Подкат, и это был дядя-снайпер. Впритык медика. Релоуд плюс хп и тормозим второго в голову. Очередной снайпер не смог справиться с задачей, ну а он дефьюзит плент и приносит победный раунд. А кадр 46-го выпуска забирает он же. Смотреть на то, как медик сносит медика, да еще и в голову, можно вечно. Молодцы, ребята! Вы показали красивую и честную игру. На этом наш выпуск подошел к концу. Хочешь попасть сюда? Не вопрос. Присылай свое видео на сайт wf7d7p.ru. Ставь палец вверх, если тебе понравился выпуск. Оставляй комменты, а также подписывайся на этот канал, чтобы не пропустить дальнейшие выпуски. Напоминаю, что мы ждем от вас честные и красивые игры. Ну а я с вами не прощаюсь, я говорю лишь до свидания. Бойцы, желаю вам максимум превосходной игры.